Я знаю, что мне повезет. Эту фразу каждый будний день в это самое время наши зрители повторяют для того, чтобы эта замечательная, мне кажется, вещь, как розыгрыш на телеканале «Самаргиз», принесла массу позитивных, замечательных эмоций. С вами Юлия Черняева, и здесь, на телеканале «Самаргиз», мы подводим итоги нашего пятничного розыгрыша. Что же нужно для того, чтобы выиграть что-нибудь приятное, полезное, а порой даже вкусное от нашего телеканала? Вступайте в группу. Сейчас адрес вы видите на экране. Делайте репост записи. Обязательно сохраняйте до самого вечера эту запись. Ну и, конечно, оставляйте порядковый номер в наших комментариях. Ох, что там в комментариях творится, если не верите, что у нас там действительно жизнь кипит, бурное обсуждение. Заходите, смотрите, потому что там очень весело, и мне кажется, наши зрители уже начали немножечко дружить друг с другом и даже против кого-то. Но всех секретов раскрывать не буду. Недавно, буквально на прошлой неделе, мы объявили о том, что каждый зритель, каждый желающий, да-да, это может быть именно вы или кто-то еще, может попасть сюда, в студию телеканала «Самаргиз». Для этого нужно оставить заявку, мы с вами свяжемся и обязательно пригласим. Собственно, как сделала мама нашей сегодняшней гости. С нами сегодня Катюша. Кать, здравствуй. Здравствуйте, Юля. Вот, Катюше 7 лет. Ну, и, наверное, ты хочешь нам немножечко рассказать о себе. Чем занимаешься, чем увлекаешься? Я хожу на плавание и в театр «Задумка». То есть ты и плаваешь, и танцуешь? Да. А может, ты еще и поешь? Ну, я и пою тоже. Ну, ты еще, наверное, и модница. Да. Ну, расскажи, как вы выбирали наряд на сегодняшний наш эфир? Мы с мамой и с папой выбирали. И вот папе понравилось, и мы его купили. Мы взяли его с собой сегодня, да, скажу по секрету, это платьишко. Не одно Катя с собой принесла, а самая настоящая модница, как вот телезвезды собираются на эфир, принесли целый гардероб. Катюш, ну что, давай тогда немножечко помешаем сейчас наш мешочек, да. Вот, видите, друзья, все у нас честно. Зрительница наша здесь присутствует. Кать, ну вот смотри, у нас сертификат в кофейню на 1000 рублей. Сейчас тебе придется вытащить номер, который сейчас окажется в твоей руке. Счастливый, я надеюсь, номер. Давай, вытаскивай. Так, замерли все, замерли. 47. Номер 47, друзья. Мы вас поздравляем. Кто-то отправляется почивать себя сладостями, вкусным кофе. Ну и есть у нас еще пригласительные на концерт Волжского государственного русского народного хора. Они 29 марта дают очередной концерт созвездия, мне кажется, очень удивительных вокалистов. И я сейчас, Катюш, тебя прошу еще один бочонок вытащить. Так, копаемся, копаемся и вытаскиваем номер... 10. Номер 10. Ты так прям бодренько, звонко говоришь. Ну и так, давай повторим, какие же номера у нас сегодня победили. 47 и 10. Вот так вот с помощью Кати мы определили нашего победителя. Ну а прямо сейчас предлагаю заходить в нашу группу и искать очередной розыгрыш. Мы разыгрываем пригласительный на концерт Владимира Винокура. Катюша приготовила приветы. И сейчас, Катюш, прошу тебя в камеру напротив кому-нибудь передать эти замечательные слова. Я передаю привет своей бабуле и Саше, наверное, который меня смотрит из бассейна. И родителям. Да, и родителям. Маме и папе. Ну вот так вот весело и непринужденно мы провели наш очередной эфир. Я знаю, что вам повезет. Дерзайте, друзья. Всем спасибо. До встречи завтра.